Всем привет! Сегодня дошил обрешетку. Вот как раз эти спиленные сердцевина из досок, которые у меня ушли. Доски у меня вот они лежат, 4 штуки. Пока еще не сшивал. Вот сегодня монтирую. Сегодня закончил. Вот решил попробовать. У меня идея такая пришла вечером, как можно смонтировать гипсокартон. Он сам по себе весит что-то 20 с чем-то килограмм, не очень вообще удобный и гнется очень сильно. То есть, если на середине держать, он, такое ощущение, что вот-вот сломается, он тебя вот так вот начинает огибать со всех сторон. Короче, сделал такую вот приспособу на доске, подпираю ее вот, у меня получается туда выше, ставлю досточки, подпираю ее на досточки, чтобы она направила вот таким вот образом, вот, листочек, там промежуток остается, да, но почти до потолка. А с этой стороны, чтобы удобнее было монтировать в одного, сделал такую направляющую из доски. Просто на двух саморезах, у них большой свободный ход. Ну, она у меня ромбом, то есть вот этот ромб широкий со стороны обрешетки, ромб узкий со стороны гипсокартона. Здесь у меня вот так вот, видите, обрешеточка, потом дочерчу и потом выпилю ареноватором. И вон ту сторону уже проще будет, тут уже кусочки поменьше, тут уже проще будет монтировать. Еще самое сложное, конечно, оттуда лист сюда запереть, надо вот это вот спилить, а то мешает. И пришел к выводу, что у меня вот, видите, получается по 60 сантиметров идет обрешетка, то есть на 120, то есть вот лист, обрешетка по центру, следующий также идет по центру и так далее. Я что-то так подумал, я, наверное, буду их просто вот так вдоль пилить по 60, да, там побольше саморезов уйдет, но одному проще монтировать. Как-то вот так вот. С той стороны кусок побольше был. Там он прям, пока я это не придумал, он прям хорошо и падал у меня пару раз. Ну, одному тяжело его, он нелегкий, особенно влагостойкий. С белым не путайте, он килограмм на 8, а тяжелее белого. В общем, как-то так. Считаю, вчера немножко обрешетку поделал и вот этот лист постелил. Сегодня доделал обрешетку уже 6-й час. Вот решил попробовать листик засандалить. Так что помаленьку продолжается эпопея. Тут, короче, я не знаю, наверное, в отдельном ролике расскажу. Но у нас тут другая напасть сейчас произошла. Я даже не знаю, что делать. Я про это не озвучивал, потому что мы первый раз нашли, поборолись, ушли. Второй раз нашли, поборолись, ушли. В этот раз, походу, где-то вообще в другом месте, очень высоко, короче, надо будет потом. Я не знаю, озвучу, не озвучу, если совета надо будет спросить, может, кто подскажет. Короче, проблема там вообще капитальная. Я не знаю, что делать. И не представляю, какие соседи могли такую подлянку учинить. В общем, помаленьку, по чуть-чуть, глядишь, зашьется. Тут получается у меня еще вдаль, это вот один лист я пришил, я вот это не считаю, балконную часть. А осталось еще раз, два и кусочек. Раз, два и кусочек. То есть примерно получается, вот если вот на таких частей, это примерно раз, два, три, четыре, пять. Пять вот таких полосок туда. И будет одна часть готова. Не смотрите, что вот по бокам вот так вот получается. Я уже говорил, что у меня пристройка, она как бы расширяется в ту сторону. Вот такой вот не квадрат у меня. Я и говорил, поэтому сложность возникает, что каждую стену приходится подстраивать. Но как бы кверху я это все подвытянул. И получается, что гипсокартон, как бы я не хотел ровно положить, да, он все равно по краям уходит. Но это можно нарастить, потом кусочками навырезать. Я уже на эту руку набил.
В этом нет ничего сложного, поэтому я особо сильно не стыкую, а стык вот здесь вот по центру идет на дереве. Соответственно, потом его фрезерну, чтобы отверстие было, и шпаклину, и оно все стянется. Как-то вот, видите, треугольничками. Поэтому вот такими кусочками лучше гораздо укладывать, чем если бы я ложил цельными. Сейчас, когда вот этот следующий какой-то из этих листов будет где-то вот здесь вот, я уже буду переходить на ту сторону. То есть вот эту буду доделывать, и потом от узкой начну к широкой идти. То есть у меня получается как бы, вот видите, да, это уже дальше середина, это 2,5 метра. А здесь получается 1,5, то есть я вот это зашиваю, как только вот здесь вот уходит, значит вот здесь будет 1,5, а здесь будет 2,5, то есть листы поменяются. Ну, кто в теме, тот поймет. Вот, надо будет зашить, и прежде чем вот это вот все дело шпаклевать, здесь будет химатака, прям будет все травиться напрочь. Короче, капец. Ну ничего, помаленьку, по чуть-чуть, я так сильно не афиширую, чтобы не сгладить. Пока у меня проблема с ногой начинается, я все равно стараюсь успеть все доделать. В общем, как-то так, я вообще рад. Получилось весьма неплохо, но я подозревал, что потолок-то опустится. Ну, не до такой степени. Но это все равно выше, чем было. По мне так очень даже неплохо получилось. Считаю, получается где-то 2,10. Ну и там где-то 2,15, 2,20. То есть там небольшой у меня переход с высокой в низкую точку. Из-за этого вода у меня не с ведра льется. Ладно, всем удачи, всем пока.